С каждым днем все дальше и дальше от нас героические и трагические годы Великой Отечественной войны. В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину победы над фашистской Германией. Как мало осталось людей, которые подарили нам жизнь, ведь каждая потеря ветерана Великой Отечественной войны отдаляет нас от их подвигов. Значит ли то, что уже о нашем времени писал поэт Сергей Орлов? Когда это будет, не знаю. В тени белоствольных берез победу 9 мая отпразднуют люди без слез. Поднимут старинные марши армейские трубы страны, и выйдет к армии маршал, не видевший этой войны. Понимаю, что когда-то придут совсем другие даты. Не будет больше ветеранов, их не останется живых. Ни рядовых, ни офицеров, ни покалеченных, ни целых. Ни благородных генералов и бывших зэков, рот штрафных. Кто им потом пойдет на смену? Кого придется вызвать на сцену, чтобы окружить своей заботой, когда нагрянет юбилей? Подряд уходят ветераны, им обдувает ветер ран. Их ордена лежат забыты, а имена горят сильней. А может, все это логично? Но очень больно, если лично. Ты с этим связан был и даже не понимал тогда всего. Мне раньше искренне казалось, что деду много жить осталось. Но уж который день победы мы отмечаем без него.